Жень, привет. Привет. Убери журнал, у меня к тебе очень важное дело. Дело на миллион долларов, слушаю тебя. Увидела, что в Уфе делают вагинальное омоложение. Угу. Наткнулась на твой ролик, который YouTube взорвал. Вот есть у меня с собой подарочный сертификат. Только на эту процедуру. Я позвоню и скажу, чтобы тебе ничего другого не предлагали. Послушай, я бы не хотела разнообразить твою сексуальную жизнь, потому что это будет все в ущерб работе. А работа у нас на телеканале прежде всего, и ты это знаешь. Можно я не буду тебя больше отвлекать? Беги.